Всем привет, друзья! Это канал 27. Меня зовут Даниил Масленников, и сегодня мы поговорим с вами о фразах, которые люди говорят перед тем, как нажраться в перед тем, как напиться в хлам, и после которых с вами произойдет нечто подобное. Ну теперь, если вам понятно и вы готовы, то мы начинаем. Да не, я не пью. Любимые наши женщины. Я тебя очень люблю, но как друга. Барян? Таня? Я когда напьюсь, тебя вообще не контролирую. Бармен? Здорово, братан, слушай, не хватает 15 рублей, на хурму не добавишь? Блин, ну если этот не выиграет, нажрусь, блин. Ты там не пьешь? Нет! Может, помаленькой, чтобы согреться? Ну все, дедушке пора. Может, рюмашку? Руководство решило, вы будете заведовать складом. Да это же хорошо. Николай Григорьевич, вы слишком много пьете, мы снимаем вас с должности. Ну что же, это хреново. Аристарх, я беременна. Олег, летать боишься? А хочешь не бояться? Если что, я в гараже. А Настя-то за черепом вышла? Молодой человек, даму не угостите. Да я здесь всех угощу. Я безусловно вас всех уважаю, но целый стакан я не осилю. А он точно безалкогольный? Да, конечно. А что за коктейль Хиросима? Он вкусный вообще? Мужики, я, конечно, никого не агитирую, но из крана пиво пошло. Зин, я взял две ромовые бабы. Чё, с кем я пью? Ты со Спайдерменом, блин! О! Ты пьёшь? Давай, любимая, буду скучать. А может, и не буду. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens. Слушай, ну вот тебя я точно не ожидал увидеть, конечно. Ну давай. Олег, да мы только по одной.